Мы столько времени провели в студии известного рязанского шансонье Геннадия Листа, что уместить весь отснятый материал в одну программу так и не смогли. Это телепроект «Человек в городе». Смотрите продолжение прямо сейчас. В любом, даже самом брутальном коллективе без женской руки, а в данном случае голоса, не обойтись. Тем более, если голос этот бывает настойчивым. Светлана Камская прекрасно справляется с двумя важными ролями. До концертов и фестивалей она исполнительный продюсер Геннадия Листа, во время – исполнительница бэк-вокальной линии. Ну, так как все-таки я женщина, среди мужского коллектива мне все-таки легко с ними общаться. Ну, я считаю так, что в коллективе девчонка вообще необходима. Как бы, чтобы для снятия энергетики, бывает энергетика мужская, не очень хорошего плана. И вот девчонки, они разряжают обстановку и вообще замечательно. Светка, она молодец. А шансон для меня всегда, всегда занимало значимое место в моей душе. И поэтому я и нашла здесь себя. Геннадий Лист сразу обнаружил в этой девушке творческую жилку. Геннадий искал к себе продюсера, организатора концертов. В свою очередь, я умею этим заниматься. Я активный человек, целеустремленный. И он во мне разглядел вот эти качества. Кто лучше женщины расскажет потенциальным участникам и гостям фестиваля о превратностях судьбы и разновидностях лирики, коими так насыщен современный русский шансон. Все это и есть главный лейтмотив предстоящего фестиваля. Мы с детства в беседках играли на гитаре во времена моей молодости. Поэтому для меня шансон – это однозначно лирика, однозначно любовь. Некая бытовая история в песне. Определенно. Уже 25 октября они снова взорвут зал голосами самобытных и знаменитых талантов. Для такого небольшого городка, как Рязань, событие международного масштаба – особая честь. Как руководитель, Геннадий понимает, как важно сохранить баланс между бременем ответственности и собственными возможностями. Выбор соратников, как отбор боеприпасов в бою, холостых выстрелов быть не должно. Творческий народ, вы сами понимаете, очень, так сказать, ревностно относится ко всему, к творчеству и так далее, и так далее. Вот. Здесь, конечно, необходима психологическая совместимость людей. Ну и, наверное, какие-то одинаковые взгляды. Если, скажем так, я, например, как певец и композитор, работаю в своем направлении, сейчас это называется лирический шансон, вот, то та команда, которая меня окружает, они, разумеется, должны разделить со мной мою точку зрения. А руководитель, конечно, он сильный, то есть он организатор хороший. Благодаря ему наша команда сплоченная, и, соответственно, мы вот столько времени уже вместе все. Я не скажу про себя, что я простой, добрый человек. Скорее всего, требовательный. Вот, может быть, даже это и переходит в какую-то деспотичность, как это, конечно, многим кажется. Я так не считаю, например, сам. Но очень требовательный к работе. Он и сам был гитаристом и солистом многих вокально-инструментальных ансамблей, выступая на разных фестивалях, мероприятиях и танцплощадках. То со своими песнями, то с хитами любимых исполнителей, таких как Юрий Антонов, «Ви, осенняя птица», «Красные маки» и прочих. Вокальный имидж складывался годами. Ему кажется, не для человечества тема важнее, чем отношения между мужчиной и женщиной. По-всякому это все приходит. Это даже порой в машине. Просто приходят какие-то строки, и мне необходимо в этот момент остановиться, там достать мой дежурный блокнотик, что-то там записать. Даже если какая-то мелодия ко мне приходит, я сразу же включаю диктофон. Говорят, после исполнения его песен слезы на глазах выступают даже у мужчин. На предстоящем фестивале «Венец шансона» в жюри будет наша землячка, лауреат премии «Шансон года» в Кремле, эстрадная певица и артистка мюзиклов Галина Журавлева, известная слушателям под псевдонимом Галина Журга.
«С днем рождения, мама», песню, которую вы, мои дорогие, уважаемые телезрители и слушатели радиостанции «Шансон», радио «Дорожное», заказываете уже на протяжении 7 лет. Эту песню пою я. Эту песню я готовила к юбилею своей мамы. Галина не забывает родной город и, по ее словам, будет рада выполнить такую важную и волнительную миссию, как оценка исполнителей. Но сразу предупреждает, поблажки не ее метод. Надо понимать, уровень уже не позволяет. Я достаточно прямолинейный человек, но в силу того, что я женщина, я могу сказать об этом прямолинейно, но мягко, да? Вот. В конце концов, если я член жюри, если мне доверили быть членом жюри, значит, Гена в данном случае, он посчитал, что я имею на это право, что за моими плечами есть некий опыт, который позволяет мне кого-то оценить. И настоящим подарком для слушателей станет гала-концерт, в котором на сцену выйдут уже мэтры эстрады. Съемка этой программы проходила почти месяц назад, и мы стали свидетелями настоящего музыкального таинства, одной из первых репетиций песни, которую Галина Журавлева и Геннадий Лист дуэтом исполнят на фестивале. А когда мужское и женское объединяется, как правило, возникает дуэт. Либо союз двух любящих людей, либо союз двух артистов. В нашем случае союз двух артистов. Гена предложил мне исполнить песню в дуэте, которая называется «Давай помолчим». И я думаю, мы как раз вот первое выступление с этой песней состоится на фестивале «Венец шансона». Давай помолчим, разлука как дым, туман и тайга. Нужны слова, обиды слова, разлуки слова. Давай помолчим, уверен, что с ним найдешь ты саму себя. Давай помолчим, давай помолчим, нужны слова. Как показывает практика, Геннадий Лист каким-то внутренним чутьем находит себе соратников, а соединяет их уже великая сила интернета, в шутку говорит каждый из них. Артисты народ кочевой, но легкий на подъем. Это нельзя объяснить, это рождается где-то внутри, это рождается в душе. То есть вот это как хит. Или это ложится, или это не ложится совсем. После этой встречи лично у меня сложилось совсем другое представление о настоящем русском шансоне. И это вовсе не говорит о том, что в нем нет места и другим направлениям, и иной подаче. Но в этот день мы общались с людьми, которые безумно любят то, чем занимаются, и не скрывают смущения перед видеокамерой. Они привыкли творить, а не раздавать интервью. Сами песни не должны там содержать какой-то ненормативной лексики, ну что-то такого, разжигающие какие-то розни, там, ну, чтобы это было прилично. Геннадий Лист, ко всему прочему, еще и издаваемый поэт, и в загашниках есть еще пара книг, которые в ближайшем будущем тоже выйдут в свет. Произведения глубокие, с одной стороны подкупающие простотой, с другой – таящие особый смысл. Впрочем, как и его песни «Для души» и «О душе». На этот фестиваль, который у нас состоится 25 октября, приедут совершенно другие люди. Вот. Ну, нововведений как таковых, конечно же, нет. Все проходит именно в этих же рамках. С одной стороны, эти фестивали дают шанс людям о себе заявить, показать, что кто ты, что ты из себя представляешь, какое творчество ты несешь. Приглашены известные люди. Геннадий Жаров, ну, наверное, слышали такую песню «Шаночка». Я «Шаночку» поглубже натяну. Черняков Владимир, это он сейчас тоже певец, достаточно известный. Это бывший продюсер Кати Огонек покойный, вот Ева Амурова, значит, Галина Журга. Пользуясь случаем, хочу пригласить всех знакомых, друзей на фестиваль, потому что это здорово. Когда приезжают люди с Урала, Сибири, с других стран, в одном месте столько талантливых людей собирается. Если кто-то любит серьезные песни, если кто-то любит те песни, у которых действительно текст является как бы основой песни. И если хочется послушать действительно профессиональных исполнителей, а здесь проходит все жесткий отбор, то я думаю, что надо прийти. Из всего вышеуслышанного можно сделать только один вывод. Как бы ни менялись ритмы и моды, шансон не исчезнет, пока хоть кому-то на этой планете есть что рассказать.